38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри разгневали американскую прессу. Решение супругов отказаться от королевских обязанностей вначале было встречено с воодушевлением, но теперь отношение к ним изменилось. Журналисты выступили с серией статей, в которых раскритиковали пару за странное поведение. Герцоги утверждали, что переехали в Канаду, чтобы жить обычной жизнью и оградить сына Арчи от повышенного внимания. Однако Гарри с женой побывали на саммите в Малибу среди богатейших людей в мире, а потом отправились на ужин с Дженнифер Лопес и ее женихом. Такие поступки явно не свидетельствуют о жажде приватности. В конце концов, Гарри и Меган все еще официально считаются старшими членами королевской семьи вплоть до мая, пишет The New York Post. На саммите сын принцессы Дианы заговорил о своей матери, рассказав о боли, которую испытывает до сих пор после ее смерти. За эти откровения герцогу Сассекскому щедро заплатили. Журналисты считают этот поступок слишком циничным. Недавно Меган Маркл показала видео, которое ранее было под запретом Букингемского дворца. Герцоги уволили сотрудников офиса в Лондоне. Принц Гарри связался со скандально известными компаниями.